Перуджи поднимаемся в центр. Но так как он очень высоко, тут даже есть эскалатор. Вот. Где это? Сейчас он рассказал мобиль. Мне надо Викусю взять на руки и разобрать коляску. Вот. Посмотрим, что там будет. Классно, что есть эскалатор, потому что мы уже задохались от этих подъемов сильных. Это мы поднялись по эскалатору. Их было три разные. Мы поднялись. И вот тут это выход в город. Центр Перуджи. Много разных выставок, центра. Правда, мы не знаем, куда выходить. И опять эскалатор. Оп. Гуся, Викуся. Неужели мы поднялись? С нами еще, ой, Феррари. Вот. С нами еще была одна пара, которая поднималась, и у них коляска так и не снимается. Они, бедняжки, трудятся. Да. Все каждый раз просыпается в новом городе. Но у нас вильни. Ручная работа. Тут мы кружили, находили парковку. В итоге мы поднялись через эскалатор. Вот. Так. Мыло. Буся. Кто это? Кто это? Скажи, всем привет. Буся. Ты где проснулась? Ой, опять спать хочет. Пара хорошая.
Буджа в Перудже очень популярный шоколад, его надо обязательно тут попробовать тем, кто приезжает. Такая улочка. Мы гуляем просто так по центру, без особой цели. Просто смотрим, рассматриваем улочки перед тем, как вернуться домой. Дежи мурте буджия. Дежи мурте буджия. А поверь мне, буджия. Дежи мурте буджия. Еще один магазинчик. Мы купили Викуси, когда она будет побольше. Вот такие две подставочки для книжек. Поставим на полку из дерева. Вот. И еще сюрприз для Массимо. Шоколад. Вот. Викуся. Куда ты смотришь? Бусик, 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 тик-тик-тик, чип-чип-чип, чип-чип-чип. Викусина любимое место. Вау, Клим, галерея национальная, си, форсе куэлла пьяца. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Чип-чип-чип. Буся. Привет, скажи всем привет. Я тут уже со всеми подружилась. Это ее любимое место в коляске, когда особенно много всего интересного. В коляске она сидеть не хочет. Климти. Она любит вот тут, ведь даже? Даже? Представляли макины. Вау! Динь-дон, динь-дон. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Мы уже поиграли со всеми собачками, да? Поиграли со всеми. Могу вспомнить. Коломби. Мама переведет. Так, себя сняли. Теперь мы идем. Мы из одной площади переходим в другую, самую популярную в Перудже. Это вот национальная галерея региона Умбрии. И тут, наверное, выставка Климт. Алло, распятывайте его. А, но 1509. Но до 15 сентября была выставка Климт. Вот. Сейчас попробуем зайти. Пробуем один прачи. Вау. Это все галерея. Так, сейчас мы решим, куда нам идти. А, вот. Вот это. Самая популярная центральная площадь Перуджи. Тут фонтан. Вот. Магазинчики. Это мы с Викусей. Гуся! А, это что, магазин Гуччи? Нет. Заглянем. Так. Погода, конечно, хорошая. Так, как я и говорила, здесь в Перудже очень популярный шоколад. Тут вот один магазин, второй вот там и вот. А, вот тут еще и вот. Зайдем, посмотрим. Вау!
как интересно. Сейчас зайдем, посмотрим. Вау. Даже, по-моему, паста есть от шоколада. Паста какао, с какао, паста из какао. Стоят они 4,50 €, 18 € килограмм. Тут разные всякие крема из шоколада, баночки и разные-разные конфеты. Буквы из шоколада 6,50 €, разные, белый шоколад, горький и с молоком. Вау, что ты хочешь, Викуся? Буква В хочешь, да? И такой, и вот белый. Еще вот разные такие. Но quando si fa grande va male. Ma ce lo dobbiamo mangiare noi? E la mia chiude, quindi non mi muovo noi. Siamo rati, ma vino ha fatto senti portare per te vado. Да, да, правда, мы ищем шоколад, я же говорила на предыдущем видео. И тут просто один и тот же магазин. Раз, два, три, четыре, в общем, четыре одинаковых магазина в одном месте. Ой, вот там картины. Картины. Sì, sì, arrivo. Ah, vabbè, stiamo andando qua, mia. Arriva. Ah, guardiamo. Wow. Девочка, молодая, маленькая. Va bene, va bene. Так, тут, наверное, что-то интересное есть, потому что были... Prada. Сумочка. Che cosa? Ma da mangiare? Это... Вау, как красиво! О, вот no, c'è il belvedere su acquedotto, quindi suppongo sia di là forse. Tac. Dai, John, spitaccio. Spitaccio. Куда мы спустились? Две мои ста delle volte.
Так. Там вот милочка какая-то узенькая, а это подземная Перуджа. К сожалению, мы не пойдем, так как у нас коляска. И думаю, нам будет трудно туда пройти. Так что мы... Перуджа соттеранья, non ci possiamo andare, vero? Перуджа соттеранья, non ci possiamo andare col passeggino. Там, наверное, будет очень-очень узко, потому что в Неаполе есть тоже такой проход, скажем, и там прям узко очень, даже обычный, ну, нормальный человек без ничего еле-еле проходит, и надо в некоторых местах даже боком проходить, поэтому не только с рекузей, коляска вообще, наверное, нельзя. Что мы можем только гулять по этим улочкам. Да, да. Ma lì è il ristorante. Andiamo. Привет, привет. Ciao, привет. Buongiorno. Buongiornissimo a tutti. Только я убрала камеру, я начала делать. Тут еще одна улочка. Собачку Викуся увидела. Ой, сейчас я сниму ее реакцию, потому что она прям с ума сходит. Что это? Мы поднялись вон оттуда с коляской. Попробуем этот ресторанчик. Мы оттуда вот спустились, пошли, сделали круг и вернулись. Посмотрим в этом ресторане, если есть место. Ой! Где собачки? Сюси, бип-бип, ты собачку видела, да? Ти-ти-ти. Как ты научилась делать? Ты так делаешь? А ну-ка, туристка. Туриста. Все узенькое. Qua sta la cattedrale di San Lorenzo, Palazzo dei Priori, Teatro Morlatti, di qua non si sa niente. Eh? Che sta dando? Mi ha guardato lei. Bye.
C'è un carillon lì! C'è un carillon! Un carillon! Aspetta.